В Ташкенте состоялась презентация полиграфического комплекса, созданного на базе типографии «Колорпак» и «Окитовчем». Главной целью создания является возможность выпускать книжно-журнальную продукцию высокого качества с современным подходом к финишной обработке готовых изделий в количестве более 40 миллионов экземпляров в год. Компания «Колорпак» занимается полиграфией уже более 18 лет. В самом начале своей деятельности штат насчитывал всего 35 человек. Зато теперь с развитием производства количество сотрудников увеличилось до 280 специалистов. За это время компания выработала твердые принципы работы и наладила технологические процессы. Вот сейчас мы работаем с МНО, это Министерство народного образования и Министерство дошкольного образования. Книги делаем, более 15 миллионов учебников производится в «Колорпаке». И у нас есть поставщики, мы с кем работаем? Индия, Китай, Голландия, Германия, Финляндия и Россия. Как отметил заместитель премьер-министра, а также министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, именно эта сфера в целом является необходимой для продвижения исторических и новых туристических продуктов Узбекистана на внешних рынках. 15 миллионлик ускунлар Узбекистанге алып келинген ва орнатылган эң замонавий. Сюда завезено и установлено оборудование на сумму 15 миллионов долларов. В результате создано самое современное и отвечающее всем международным требованиям предприятие. Рабочие места с высоким уровнем дохода для более 100 молодых людей. Предприятие может производить продукцию не только для рынка Узбекистана, но и для стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. Создано более 170 рабочих мест. В зависимости от тиражей ежедневно выпускается от 20 до 30 наименований продукции. Типография обладает уникальным комплексом технологий, которые, в свою очередь, не имеют аналогов в Центрально-Азиатском регионе. Знакомьтесь, машина «Скодик Ультрапро» с фольгированной цифровой печатью является самой производительной в своей серии и позволяет производить ощутимые усовершенствования для широкого спектра применений. Кладется фидер, податчик. Здесь все уже настроено под него. У него вакуумная система. То есть, получается, он на присосках берет и накладывает их на стол. Вот. Тут все на воздухе. Закрывается вот эта крышка. Дальше идем к пункту управления. Пульт управления позволяет настроить все необходимые параметры для печати. От тиража до толщины полимера. Затем лист кладется на вакуумный стол, и машина при помощи специальных камер центрует изображение. Это ультрафиолетовые лампы. Там находятся головки специальные, они лак наносят, форсунки, и ультрафиолет их закрепляет. На транспортере они проходят через активацию. Активационная лампа, которая размягчает лак. Здесь находится фольга. Фольга ударяет, и получается вот такой вот результат. Вот. Но это только фольга. Таким образом, современное полиграфическое предприятие, обогнавшее по объемам производства печатной продукции признанных отечественных гигантов, продолжает развиваться, осваивая новые высококачественные технологии.